Туризм и сельское хозяйство – вещи совместимые. Уже в следующем году в деревне Сорокино Барышского района откроется необычная база отдыха «Лес и отель «Самовар». Реализацию агротуристического проекта представили главе региона. Кроме как отдохнуть в комфортных домиках, гости смогут сходить на экскурсию по ближайшим туристическим маршрутам, проехаться на мотоцикле, порыбачить, сходить в баню. Для самых маленьких будет работать контактный зоопарк. И что здесь будет? Вот 4 двухэтажных дома для отдыха. Они уже есть вот? Есть, да. Сейчас мы посмотрим. Да, можно пройти посмотреть. Сейчас пойдем посмотрим. Это круглогодичный, да? Да, да, там все центральное удобства. Отопление будет. Планируем, да, котельную с центральным отоплением. Помимо туристической составляющей, на базе отдыха будет работать ферма по разведению радужной форели. Предприниматели уже закупили больше 3000 штук мальков, построили 2 бассейна для подращивания молодой рыбы и пруд для выращивания товарной рыбы. Производственная мощность составит 3 тонны рыбы в год. Плюс работу предложат 10 местным жителям. Мы вместе объединяясь, позволяет нашу программу сегодняшний день вот реализовать этот проект. Сегодня мы услышали эту концепцию и планируем каждый по своему направлению помогать для того, чтобы развить этот проект. Объем вложенных средств развития территории внушительный – 25 миллионов рублей. Начинающих предпринимателей поддержат в агентстве по туризму, Минсельхозе и корпорации развития промышленности. Как конкретно, вопрос пока прорабатывается. Известно, что реализация проектов по сельскому туризму возможна в рамках развития малого и среднего предпринимательства по программе грантовой поддержки «Начинающий фермер». Также поддержка возможна при строительстве дороги в рамках реализации госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий». Анна Тищенко, новости Улправда ТВ.